Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Хоккеисты ЦСКА ВВС стартуют на новой домашней арене в чемпионате высшей хоккейной лиги. Самарский гребец Илья Штоколов привез бронзу с чемпионата Европы. Самарские борцы выиграли первенство Европы по универсальному бою. 8 золотых и 1 серебряную медаль привезли самарские спортсмены с первенства Европы по универсальному бою. Турнир проходил в Петриче, Болгария. В дисциплине «Лайт» чемпионами стали Алина Косаурова, Никита Семенов, Александр Лесогор. В классике безоговорочное лидерство захватили Анастасия Сосновская, Алина Косаурова, Никита Семенов, Андрей Григорьев и Алексей Демин. Бронзовую медаль чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ завоевал самарец Илья Штоколов. В Пловдиве, Болгария, за места на пьедестале почета гонялись на гребном канале спортсмены из 36 стран. В каноэ-четверке на дистанции 1000 метров российская команда показала третий результат. Вторыми стали немцы, золото у поляков. В каноэ-одиночке Штоколов финишировал четвертым. Самарские летчики откроют большой хоккейный сезон на домашней арене. В Ледовом дворце спорта «Кристалл» 9 сентября стартует чемпионат высшей хоккейной лиги. Федерация хоккея России утвердила состав участников и календарь соревнований. Первым соперником ЦСКА ВВС будет «Казанский Барс» – фарм-клуб «Акбарса» континентальной хоккейной лиги. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!